Берем любую тачку, желательно скоростную, и направляемся вот в это место. После чего нужно заехать вот сюда, во двор, и вот эти открывающие ворота нас и будут откидывать. Тут самое главное знать механизм работы данной катапульты. Нужно точно прям так упереться передним краем машины в ворота, а задним в траву. И тем самым и срабатывает данный глич. Охренеть. Давай теперь на крышу какую-то. У тебя курмяху, у тебя должно вроде... Реально работает, я улетел в стратосферу, прикинь. Я вижу. Смотри, смотри где. Охренеть, я улетел. Ну я так, не сильно, конечно. Но, блин, нифига от тачки, блин. Расколотил ее, расколбасило. А я ни хрена! Ебать, я отлетел, чувак! Давай на крышу. Блин, я хотел на крышу какую-то приземлиться хотя бы. Ну, я на маленькую крышку приземлился. Ебать, смотри, полетели. Смотри, выше мейсбанка. Мы же в мейсбанка летим. Ты наблюдаешь за этой картиной? Братан, ты здесь, мы еще в бассейн, по-моему. Смотри, мы в бассейн прямо! Сука! Мы почти... Ты видел, как четко мы встали на колеса? Твою мышь, смотри! Хорошечто, хорошечто просто, ты посмотри. Не видно ни света, ни края вообще. Вот это жесть! Давай еще на крышу надо приземлиться. Блин, куда мы летим? Капец! Вот это жестко было, пацан. Тут мы прям вообще в воздух катапультируем. В небеса. О, все! Я отправился, короче, в путешествие. Охренеть. Я вижу, ты там летишь. Да я вообще что-то улетел далеко. Ни хрена ты. Блин, давай бассейн, сука. Я кому-то в дом прилетел. Ебать, сразу отлетели. Сразу же отлетели, нахер. Давай сейчас в бассейн. Нет, не в бассейн. А может в бассейн? Нет, мы не... Может, нет, на крышу. Мы не в бассейн. Давай на крышу хотя бы. Вот сюда, сюда. Мы сюда. На дорогу. Нет, на крышу. А смотри, смотри. На краешек почти что встали. На новый лаз. Ебать! Просто улетели в космос. У меня аж все замыленное. А что у меня все замыленное стало? Ты туман вообще жесткий прям. У меня все замыленное, сука. На дорогу летим. Сейчас взорвемся. Ё-моё, смотри, какие искры были. Ох ты ж, блядь, нихуя себе! Чувак, вот это было жестко, я охренел сейчас. Твою же мать! Реально работает. Охренеть, меня швырнуло, ты бы видел, сука, с такой яростью. На Сирисе. Серьезно! Твою же мать! Ты просто посмотри, в каких я небесах сейчас. Охренеть, чувак. Я почти до воды долетел. До озера какого-то. И я на крыше, чувак. Я четко прилетел на крышу. Ну-ка, время сколько? Даже специально посмотрю. 17:46. Ебать, копать, чувак! Зацени, как мы улетели просто. Давай на крышу еще. Бля, мы перелетаем крышу. Не, бассейн, давай бассейн! Сука, прямо перед бассейном ты видел? Охренеть, блин, почему мы не нырнули прям? Что за танцы на льду? Пиздос! Полетели. Давай на крышу, на крышу, на крышу, на крышу, на крышу. Не, на крышу, сука. Да. Давай бассейн, 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 бассейн. Сука. Почти. Я не успел парашют открыть. Черт подери. Муравьи, блядь. Ебать, копать! Адские врата. Улетел в никуда. У меня тачка горит в воздухе, чувак. У меня тачка горит в воздухе. Твою же налево. Я взорвался, прикинь, прямо в воздухе. Ебать, тут высота была просто, чувак. Вызывай еще один. Ёб твою мать! Я улетел, короче, в космос. Ты тоже летишь? Сука, вот жаль, я не успел это записать. Ты нормально. Ты улетел? Ёб твою мать! На крышу залетели, пацаны. Вот это долбануло сейчас жестко. Вы видели, с какой яростью я улетел? О, опять вертикально! Опять вертикально вверх подкинуло, но только не так высоко. Прикинь, чё с воротами?